свиную шейку. Хорошо поперчим, посолим, добавим молотой зиры, кориандр с мельницы. Перевернем наше мясо и повторим процесс. Нарезали лук полукольцами, хорошо посолим, и отправляем сюда наше мясо. Все хорошо перемешали и маринуем минимум 2 часа. Вот следующий претендент. Раскидали угли по сторонам, отправляем наше мясо. Подписчик просил свинину, как вы маринуете и жарите шашлык. Вот один из моих способов маринации. Еще пожарим крылья. Рецепт обязательно потом покажу. Вот такая красотень получается. Всем приятного аппетита!